– это главный город долины Луары, основан во втором веке до нашей эры. Город расположен в центре Франции. С 15 до 17 века Тур – столица Франции. Долина Луары – родина французского ренессанса. Ее называют «Сады Франции», «Долина королей», «Долина любви», «Долина замков». Считается, что язык, на котором говорят местные жители, самый чистый французский и принят за эталон во Франции. Уроженцами этих мест были Франсуа Рабле и Онре Бальзак. Здесь черпали свое вдохновение Виктор Гюго, Жюль Верн, Шарль Перро и многие другие. Но главной достопримечательностью долины являются многочисленные замки необыкновенной красоты. У каждого свое лицо, своя история. Вопрос. Почему же на таком небольшом участке 200 на 100 километров сосредоточено так много замков? Ответ прост. Это центральная часть Франции, вдали от границ и внешних врагов. Тут всегда ясное небо, река и чистый воздух. Монархи того времени утверждали, что могущество страны должно определяться не силой оружия, а культурой, изяществом и роскошью. Здесь чувствуется сильное влияние итальянской культуры, так как для архитектурных работ приглашались итальянские мастера. Итак, начинаем наше путешествие по самым посещаемым замкам долины Луары. Шамбор, Амбуаз, Азель-Люридо, Блуа, Виландри, Ланже, Шамон, Ньюсе и Шинон. Мы в парке Шамбор. Это парк в долине Луары. Здесь находится самый большой замок. Вот мы находимся в замке Шамбор. Он выполнен в стиле Ренессанс. Вдохновителем данного проекта является Леонардо да Винчи. Во дворце 426 комнат, 77 лестниц и самая необычная двойная винтовая лестница. Она состоит из двух спиралей. Посетители, поднимающиеся по разным спиралям, видят друг друга, но никогда не пересекаются. Замок построен в 15-16 веках. Много исторических событий Франции проходило тут. Всемирную славу города принес Леонардо да Винчи. Его сюда пригласил король Франциск I.
известно, что король Франциск I купил Леонардо да Винчи 3 шедевра. И одна из них была картина «Мона Лиза». Сейчас она находится в Лувре, в Париже. Это замок Шато Ле-Ридо. Он знаменует переход от готики до Ренессанса. Шато де Виландре – самый поздний замок долины Луары в эпохе Ренессанс. Он знаменит садами из 3 уровней. Верхний – водная гладь прудов. Средний – музыкальные инструменты и любовные чувства. Нижний – гирлянда разноцветных овощей. Шато де Ланже отлично сохранился до наших дней. Был построен в 15 веке в стиле Ренессанс по заказу короля Людовика XI для защиты французских границ от бретонцев. Здесь проходила свадьба французского короля Карла VIII и 14-летней Анны Бретонской. Это событие положило начало присоединения Британии к Франции. Thank you.
для оборонительных целей. А с 15 века становится резиденцией для королевских персон. Шато Дюссе был возведен в 15-16 веках. Шарль Перро был восхищен сказочной красотой замка. И он вдохновился на создание своей спящей красавицы. Сегодня этот замок называют «Замок спящей красавицы». В этом замке не останавливался ни один король, хотя королевские покои были приготовлены. Это замок-крепость. Именно отсюда Жанна д'Арк повела своих воинов на англичан. Отсюда началось возрождение Франции. Здесь жил и умер знаменитый король Ричард Львиное Сердце. Через некоторое время короли отдают предпочтение более обширным и монументальным дворцам. Так стала восходить звезда Фонтенбло, где мы с вами уже были.